Че, Никитос, ты в Красноярск-то приедешь? Всем привет, меня зовут Никита Шиков. И 26 августа, оно свалило сюда. 26 августа 2012 года я приеду в Красноярск на Красное кольцо, чтобы дать там угла и чтобы надрать кое-какую Bad-S GTR-32, а то она очень много о себе возомнила, 50 миллионов просмотров в интернете. Чувак, здесь слишком тесно в этой стране для нас двоих. Увидимся. Макс, ты приедешь на супердрифт-битву в Красноярск? Да, привет. Аркашу будешь напюхивать? Сатиков, ты собираешься вообще в Красноярск приехать, нет? Говна там раздать, нет? Да, я в Красноярск полюбовал. И могу очередь устроить. На супердрифт-битву-то приедешь, нет? Да, я по-любому очень хочу. Там будешь прижучивать Аркадий Петрович? С Аркашей мы уже договорились, мы в финале едем с ним, он не обещал. Все в порядке. Все проплачено. Все проплачено, так что прости. Вот, ребята, ждите. Ждите, вот этот корчелыга будет вас драть всех там. Боевая, на Куеве. Здорово, парни! Мне задали вопрос, еду ли я в Красноярск. Я говорю, 100% да. Еду туда раздавать говна. Первый раз. Очень интересно. Ждите. Не. Все едем. Все, кого позовут, я еду точно. Фэмку привезу. Атмосферную надувку. Собирается Сатюков, Шиков, все остальные. Ну и как бы, если все по плану, я думаю, что ты тоже приедешь. Всем привет! Я Адольф Шикян. Я не еду на 26 августа на супердрифт-битву в Краснодар или в Красноярск, потому что я еду в Ниццу на санаторно-курортное лечение. Мне плевать на весь этот ваш дрифт и все эти ваши просмотры. Охрененная тачка, аудиокассета с Лаймой Вайкули. И небольшая порция Виагры в бардачке. Ну все, меня ждут селочки, мне пора. Увидеть. I'm going wild for the night, so being polite.